остановимся. Гордый хозяин. Вот. Ой, и прямо над головой нимб засветился. А ну-ка пойдем рядом. Забору. Можете так часто команду не повторять, просто корректируйте поводком. Не гуляя рядом. О, ну, я же говорю, вы особо не обольщайтесь. Завтра это пройдет. Это он, наверное, при лесе себя так ведет. Там уйдет, будет по-другому. Завтра он вспомнит, да. Завтра он попытается. Да. Даже если я играю на руку.